CGTN Русский продолжает следить за новостями из кинофестиваля ШОС. Напомню, что 13 июня здесь, в городе Циндао, состоится официальное открытие. На всех фронтах идут последние приготовления для радушного приема участников кинофестиваля. Давайте посмотрим, все ли готово. Привет, мне сказали, что вы говорите по-русски. Как вас зовут? Меня зовут Аня. Вы отлично говорите по-русски. А где вы его учили? Я учила в Итальянском университете иностранных языков. Как у вас настроение и как идет подготовка к приему иностранных гостей? Настроение хорошее. Мы готовимся уже 2 месяца. Я прочитала много книг о кино. Ведь к нам приедут гости из разных стран. Я надеюсь, что смогу им помочь. Конечно же, организаторы кинофестиваля ШОС позаботились и о питании участников. Сейчас я нахожусь на главной кухне кинофестиваля. Учитывая разные традиции, личные предпочтения, религии, шеф-повар составил специальное меню. Какими изысками будет кормить кинофестиваль ШОС своих участников, узнаем прямо сейчас. 清真食品来为本次峰会做接待。你现在是在做那个您说的黑椒牛柳吗？对，这次我们选用的食材全部以清真为主，为了满足来自很多穆斯林国家的一个清真要求，我们将会用这个牛柳来烹饪一道菜品。